Здравствуйте! В эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». Сегодня день строителя. Работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии за последние 10 лет мы наблюдаем настоящий прорыв в отрасли строительства. Это десятки и даже сотни введенных в эксплуатацию зданий абсолютно во всех сферах. К примеру, в 2022 году был построен, реконструирован и благоустроен 191 объект. Также в минувшем году мы поставили новый региональный рекорд ввода жилья. Для республики это рекордные показатели на сегодняшний день. В строительной отрасли в рейтинге субъектов России по итогам 2022 года Карачаево-Черкесия вошла в число лидирующих субъектов, заняв 4-е место. Эти показатели в первую очередь заслуга наших трудолюбивых строителей, которые вкладывают частичку своего сердца в профессию. В Черкесске продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За предыдущие 4 года отремонтировано более 50 километров автодорог региональной столицы. До 1 ноября текущего года в нормативное состояние приведут еще 28 участков общей протяженностью примерно 13 километров. На данный момент работы продолжаются на 12 улицах. Так дорожники уложили первый слой полотна по международной Кавказской, Калантаевского, Умаралиева и Маджира Гаджаева. По улице Воробьева обустроили съезды, а также установили дорожные знаки и разметку. Еще на 5 участках запланированный объем работ выполнен почти полностью. В рамках ремонта проводится следующий комплекс работ. Это обновление дорожного полотна, нанесение разметки, установка дополнительных знаков дорожных и приведем в соответствие освещение. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в зону специальной военной операции ребятам из нашей республики был отправлен еще один груз поддержки – 2 квадроцикла. Груз был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Постоянная связь с бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. Квадроциклы – незаменимая техника в зоне проведения спецоперации из-за легкости и неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах. Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается ни на день. Важно сегодня объединить все усилия и возможности для того, чтобы поставленные задачи были выполнены. Мы ждем наших ребят домой с победой, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В связи с обращением командования 34-й мотострелковой бригады по поручению главы Карачаева-Черкесской республики, а также решением Единого республиканского штаба по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, были приобретены 2 единицы техники, а именно 2 квадроцикла российского производства. Данные квадроциклы в дальнейшем будут переданы нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В первую очередь хочется сказать, что потребность в квадроциклах очень большая, потому что непосредственная мобильность позволяет подразделениям эффективно, молниеносно выполнять поставленные задачи. Простота в использовании позволяет любому солдату, даже без специальной подготовки, который один раз в жизни увидел, как пользоваться этим транспортным средством, сядет и поедет, как бы проблем в этом нет. Ну, хочется отдельно поблагодарить главу Карачаево-Черкесской республики за оказанную помощь, а также заместителей, которые непосредственно принимали участие в этом. Ну, естественно, всех тех, кто не остается в стороне, всех тех, кому не безразлична судьба нашего государства. Сейчас реклама, после продолжим. Открылись. Клиника высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Диагностика и лечение на современном оборудовании. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. С 17 по 19 августа приглашаем всех аграриев на выставку «Минводы Агро» и «День поля Ставропольского края». 150 производителей и поставщиков. Более 100 единиц сельхозтехники. Тема показы в поле. Удобрения, СЗР, семена, продукция для животноводства. Выставочный центр «Минводы Экспо». Для посещения зарегистрируйтесь на сайте minvodyagro.rf.
12+. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Работаем каждый день, без выходных. Только 19 и 20 августа прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь, Карла Маркса, 4. 20 августа в 10 часов состоится фамильный сбор рода Чумаевых в ауле Верхняя Тиберда на Поляне. Приглашаем всех представителей рода Чумаевых. Подробности по номеру 8 928 655 42 65. 16 по 19 августа состоится выставка-продажа фирмы «Твое пальто». Предлагаем дубленки, пальто, куртки, пуховики от 500 до 3000 рублей. Черкесск, улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства. Количество товаров ограничено, подробности у продавцов-консультантов. Окна в рассрочку! Оконный комбинат 8-938-333-92-00. На этой неделе Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой посетил руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев и депутаты Госдумы Андрей Гурулев и Джамаладдин Гасанов. Глава республики Рашид Тимрезов вместе со спикером парламента Александром Ивановым и руководителем администрации главы и правительства Муратом Озовым провел рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию различных совместных проектов по укреплению межнационального согласия. Владимир Васильев, который руководит Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», подчеркнул, что сегодня общество сплотилось вокруг президента и решения задач по сохранению суверенитета и безопасности России, укреплению согласия. И работа Ассамблеи в этом направлении способствует сплоченности власти и общества. В этом году исполняется 80 лет с начала депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Депутаты «Единой России» отметили несправедливость подобных действий и возможность сохранения исторической памяти о репрессиях в целях их недопущения. Военные реконструкторы в горах Карачаева-Черкесии провели фестиваль в память о событиях 81-летней давности. В пятый раз Софийская поляна в Архызе становится полигоном для военно-исторического воспроизведения боев за перевалы Северного Кавказа. Хотя оружие стреляло в холостую, эффект от восприятия происходящего был реальным. В этом убедилась Фатима Даурова. Зоркий взгляд опытного бойца вермахта из элитного отряда «Эдельвейс» с высоты выглядывает позиции соперников. Он присматривается к каждой расщелине скал, каждому выступу, дереву и камню, за которыми могут укрыться красноармейцы. В укрепленных позициях гитлеровцы чувствуют себя как дома в родных Альпах. До поры до времени, пока не начинается наступление солдат Красной Армии. Силы противника превосходят в два раза. Неравный бой гремит в урочище «Медвежья пасть» в Марухском ущелье. Советские войска идут в гору, пытаясь погасить немецкий пулемет. На выручку 4-й горной дивизии с названием «Горячевка» через перевал Халега спускается егеря 1-й горно-стрелковой дивизии под названием «Эдельвейс». Пули свистят, а земля дрожит. Наверное, так же, как в 1942 году, когда велись ожесточенные бои за каждый сантиметр земли. За Родину! Достоверный сценарий конкретно этого боя был составлен по результатам 5-летней поисковой работы участников военно-исторической реконструкции. За 2 недели с начала фестиваля в ходе поисковых работ по долинам рек Маруха и Аксаут им удалось обнаружить останки более 14 погибших красноармейцев. Это, наверное, закладывается с детства. Вот лично для меня это общение с моими предками, с моим дедом, с моими обоими дедами, которые прошли Великую Отечественную войну. Ну и, конечно же, воспитание родителями и последующее изучение истории. А вообще, наша задача вот в этом фестивале – это не дать забыть подвиг солдат, которые без малого подарили нам всем жизнь. Заоблачный фронт собрал около 100 поисковиков из разных регионов России. В горах были установлены 2 базовых лагеря. Как отмечают организаторы, это способствует сохранению исторической памяти через интерактивные площадки и лекции, противостоянию фальсификации истории, популяризации альпинизма и поисковой работы среди молодежи. Когда надеваешь на себя эту форму, примеряешь на себя, понимаешь, как нашим дедам было сложно
наверное, воевать в таких условиях. Но, тем не менее, мы победили. Мы смогли показать, что русский солдат, он самый лучший. Россия состоит из множества народов. И каждый народ принял свое участие, вклад в победу, вклад свой вложил. Ведь немцы, если здесь оказались, значит, это была не слабая армия. Это армия, которую мы победили. Это действительно мощная и сильная армия. Мы победили ту армию, которая победила Францию, Бельгию, Голландию, Норвегию. То есть мы как бы победили тех, кто победил всю Европу. Этот живой урок истории прежде всего помогает понять, насколько значима победа в той войне. Ну и, конечно же, ощутить чувство гордости за героических дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. Ощущения происходящего настолько реалистичны, что каждый залп, каждый выстрел отражается эхом не только от многовековых скал Архиза, но и в сердцах каждого зрителя, который увидел сегодняшнее представление. Мне казалось, вот дети встанут, и сидели Томила, Артем и Толик еще вот Денисовы рядом, и не хотели вскочить на немцев. Я слышу, они переговариваются, говорят, сейчас давайте побежим на немцев и начнем их бить. Реакция пятилетнего Прохора – подтверждение правильности и необходимости таких визуальных походов в историю страны. Россия всегда побеждает! Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Он подарил школьные принадлежности и рюкзаки ребятам из многодетной семьи. Альбина Ламкова продолжит тему. В школу идти. С каким настроением? Да с хорошим. Ответ уверенный. Готовы. Но это морально. Поэтому рюкзаки со школьными принадлежностями были кстати. В семье Поповых 7 детей, 4 из них школьники. Глава семейства в зоне СВО. Он ушел добровольцем. Имеет несколько военных специальностей. В прошлом участник боевых действий. По словам жены Марии Васильевны, он не смог остаться в стороне. Когда началась специальная военная операция, отправился защищать отечество и свою семью. Все-таки это помощь, и приличная помощь, если по-хорошему. Взять. Ну и самое главное, наверное, эмоционально все-таки это очень приятно, что не забывают и поддерживают. Все остальное уже будем ближе, наверное, к 1 сентября покупать, потому что детки все-таки растут быстро летом. Единственный сын семьи Поповых служит в армии и уже заключил контракт. Из сестер самая старшая Аня. Она студентка и во всем помогает маме. Как по хозяйству, так и по воспитанию и обучению сестер. В съемной квартире живем. Честно говоря, без отца, да, сложновато с девочками. Тоже скучаемся очень сильно. Очень сильно все переживают, и мама, и мы все. Очень надеемся, что вернется, все будет хорошо, все наконец-то скоро закончится. Брат тоже сейчас по контракту у нас служит. Как его зовут? Его зовут Данил. Лада и Арина пойдут в первый класс. Ждут 1 сентября с нетерпением. Я научилась читать буквы, я знаю, благодаря своим сестрам. Они помогали и учили мне. Я очень хочу в первый класс пойти, потому что я выйду там уже очень умная. Гостям девчонки с удовольствием рассказали, чем любят заниматься в свободное время. Самая маленькая из сестер Мила, ей 5 лет. Увидев красивые портфели сестер, не против пойти в школу. Хочешь вообще в школу идти или нет? Хочу. Деньги из семейного бюджета, которые откладывали на портфель и некоторые канцтовары к школе, можно будет теперь расходовать на школьную форму и другие обновки детям, рассказала Мария. Альбина Лакова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Санкт-Петербурге проживает немало представителей Карачаево-Черкесии, которые достойно представляют нашу республику, проявляя себя в различных сферах. Один из них – Мурат Хачиров, майор внутренней службы управления МВД России на транспорте по Северо-Западному региональному округу, который дослужился до начальника объединенного склада вооружения и материально-технического имущества. Находясь вдали от малой родины, выходцы из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, вот уже много лет все исторические даты, религиозные праздники отмечают вместе. Как живется вдали от малой родины и что нужно, чтобы молодежь хорошо знала язык, культуру и традиции своих предков? Об этом и не только Мурат Хачиров рассказал Алле Динаевой. Здравствуйте, Мурат. Очень рада вас видеть в Черкесске, в пресс-центре ГТРК Карачаево-Черкесия. Когда вы приехали из Петербурга,
в Карачаево-Черкесию? С Петербурга я приехал буквально, полтора месяца назад. Приехал в родительский дом, помогаю, скажем так, в семейных вопросах, в бытовых вопросах. И, соответственно, параллельно отдыхаю, это моя родина. Я, скажем так, по ней очень сильно скучаю, где бы я ни был, сколько бы я ни жил. А в Петербург, вы не поверите, совершенно случайно уехал. Занимался я в свое время запчастями, черным металлом. Был молодым коммерсантом, было свое ИП. И в одно время есть у меня такой друг детства, Тавшинаев Адам. Он работал оперативником в Адыгее и уехал в Петербург. И он мне позвонил: «Мурат, приезжай в Петербург, хороший город». Я к нему поехал просто в гости. Я никогда не думал, что я буду работать в силовых структурах. Поехал в гости, побыл у него 3-4 дня, и он начал уговаривать, чтобы я остался. Не поверите, город понравился, я остался. Второй этап уже был, Адам начал меня уговаривать, чтобы я устроился в систему МВД. Я говорю: «Адам, давай так». Я говорю: «Никогда об этом не думал, но если суждено, я устроюсь». А он на тот момент был уже старшим оперативником, замещал начальника розыска территориального отдела Санкт-Петербурга. По-моему, 36-й отдел был. И я говорю: «Давай так, пройду все медкомиссии, устроюсь. Не пройду, значит, не суждено». Я взял и прошел, устроился. Только я начал работать по воле судьбы. Он работал в территориальном, отделе. Я устроился в транспортную полицию. Попал, своему же земляку, Алботову Игорь Муратович. Он на тот момент был начальником тыла морского отдела милиции. Я начал, хотя было у меня высшее образование, сказали: «Давай, первый этап начнешь с милиционера». Начал с милиционера, потом с инспектора, старший инспектор, начальник службы вооружения. И так и началась у меня карьера и жизнь в Петербурге. В каком году это было, Мурат, и сколько лет вы уже там? Это был 2004 год, март месяц. Я уже более, 19 лет в этом городе. И отслужил в системе МВД общий стаж у меня более 20 лет. Это с армией и самой службой в системе МВД более 18 лет. И на сегодняшний день, конечно, многие люди дорабатывают и 25, и 30, но я решил уйти в 20 лет. Я сейчас пенсионер. Я ушел, в принципе, с подполковничьей должности, ушел майором. Но я работал в самом управлении. Я курировал 11 регионов, начиная от Калининграда, заканчивая Сыктывкаром, Архангельском и Золотым кольцом России, курировал именно направление вооружения, средства вооружения, контролировал наркотические средства, изъятые, и хранящиеся в территориальных отделах. Ездил с проверками, работал в самом аппарате управления в Санкт-Петербурге. Мурат, я знаю, что вы большой патриот своей родины. Несмотря на то, что вы много лет уже живете в Петербурге, я на мероприятиях 3 мая в Петербурге видела, как вы готовились, как вы относитесь к датам. Какие даты вы в Петербурге отмечаете? У нас в основном отмечаются, начнем с религиозной стороны. Мы же все-таки мусульмане. Мы постоянно собираемся на Курман-Байрам. Есть у нас и фазенды в Петербурге, где мы режем скот, барашек на курбан. Собираемся нашей общиной, накрываем столы. Также собираемся на ураза, постоянно собираем. Стараемся собрать и молодежь, и старшее поколение. А так для нас даты 2 ноября. Мы акцентируем на это внимание, это переселение нашего народа. 3 мая – это уже приезд нашего народа на историческую родину. Также мы чествуем студентов по возможности. Такие мероприятия. И без всяких поводов собираемся. Просто собираемся в кафе, в ресторане или где-то у кого-то в резиденции или на даче. Собираемся, чтобы почаще видеться.
А вот сколько представителей из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии примерно старшего поколения, молодых людей, вот вы вот с кем вы там контактируете? Ну, у меня в окружении более, наверное, 500 человек, с кем я контактирую. А так, по информации, около 1500 человек представителей Карачаево-Черкесии, и с кем мы общаемся тесно, дружно, и представителей Кабардино-Балкарии. То есть общее количество где-то 1500 человек. Мурат, я знаю, что вы большой патриот своей малой родины. Какую работу вы еще проводите для души, для поколений будущих, так скажем? Ну, какую мы работу проводим? Мы стараемся, чтобы все-таки мы карачаевцы, балкарцы, там, я не знаю, другие национальности, в первую очередь касаемо своего народа, чтобы не забывали свой язык. Мы и проводим занятия элементарно по, скажем так, адет на мыс, это наша этика поведения, адеп, ну, чтобы молодое поколение знало, скажем так, было правильно воспитано. Вот в этом направлении работаем. Также направление спорта курируем. И в основном, конечно, Петербург – это такой мегаполис, куда постоянно приезжают вот люди, гости. И практически вся жизнь у тебя связана со встречей и с проводами гостей. То есть, если у нас в Черкесске там, или в Карачаевске у нас есть у каждого свой дом, там, да, мы разошлись и разъехались по домам. Там приезжают гости, соответственно, им нужна квартира, или какие-то у них вопросы или проблемы. Ну, как бы живем жизнью нашего народа и наших гостей. Скажите, как часто получается бывать в отпуск на своей малой родине? Ну, когда работал в системе МВД, отпуск давали, ну, до 30 дней это потолок, и давали в разное время года. Больше 30 дней у меня за раз не получалось. Но я пытался его делить, как бы делил отпуск, и пытался раза даже иногда, получается, раза три в год приезжать к родителям, ну, чтобы хотя бы их почаще видеть. Сейчас, конечно, я уже пенсионер, и уже времени побольше, и сейчас, конечно, уже бывают 2 месяца, вот в этом году это для меня такое, знаете, огромное благо, 2 месяца у себя на родине. Вот. Где бы ни жил человек, Мурат, если он горец, это у него в крови. Вот, когда вы приезжаете в Карачаево-Черкесию, как вы проводите отпуск? Смотрите, у меня вообще исторически сложилось так, что первосходитель на Эльбрус – это Киляр Хачиров. И стараемся идти по его стопам. Я с детства вырос в урочище Кюльдорбун, это по материнской линии. У дедушки, у меня Караев Пасиль, дедушка, который держал и скот, и пасеку. Я с 3-летнего возраста уже на коне. В 5 лет я мог сам спокойно сесть на коня и уже там пасти овец. В 6-7 классе я их уже обучал, этих коней. Объезжал, правильно сказать. И, конечно, мы внутри горцы, и мы каждый год стараемся. Ну, начиная с 2019 года я был на Эльбрусе, покорил, ну, не покорил, взошел на обе ее вершины, покорить Эльбрус невозможно, и на западную с Терскола по классическому маршруту, и на более тяжелый маршрут, это с севера на восточную вершину, это по стопам своего предка Киляра Хачирова. В этом году был урочище Джамагат, мы там делаем в большей степени такие марш-броски подготовительные, там километров 10 берем и выходим на максимальную высоту. Также был в Аманаузе, в Архизе, пик пионеров. Вот. Для меня горы – это, как у нас у карачаевцев говорят, таулу, таудан тоймас, тауда турмасадеп. Горец не может насытиться горами, когда он там не живет. Соответственно, вот это касается пословицы и меня. Я в горах не живу, и не поверите, приезжая сюда, у меня такое ощущение, мне хочется оббежать, обхватить, обнять эти все горы. Ну, внутреннее вот такое у меня состояние к горам. Какую работу по архивным документам вы еще ведете? У нас есть старые песни про Хайсу. Мне дедушка мой, Аллах Джанет, его уже нету, он мне с детства говорил, что Киляр, Мурат знает, что Киляр Хачиров – это наш первосходитель на Эльбрус карачаевец. У меня на сегодняшний день более 1000 страниц – это книг. У меня 3 книги. Это книга Купфера, Мейера, Менетрия, нет, 4, и Ленца. В основном пишет Ленце Купфер, у меня они частично переведены, некоторые книги полностью, и более 350 документов архивных. Это также Купфер, Ленц, Мейер, Менетрия, где они пишут, что Киляр был карачаевцем. Вот сейчас идет работа по переводу этих книг,
Скоро я их опубликую уже. До этого мы сделали научную работу, статью. Даже есть портрет Киляра Хачирова на фоне Чуана. А так у меня очень много, скажем так, архивных материалов. Вопрос сейчас стал в переводе. Очень тяжелый язык старофранцузский, именно купфер. Вот, пытаюсь до конца перевести. Частичные переводы есть. Вот, живя в Петербурге, Мурат, расскажите, какие принципы и какие вот, нравственные качества вы пытаетесь своим детям привить? Ну, вот я в первую очередь прививаю принцип, скажем так, благонравия, чтобы дети понимали, что окружающие их люди – это созданные Всевышним тоже такие же люди, чтобы… Еще раз говорю, вне зависимости от национальности, почему я это акцентирую, я учился в Черкесске, буквально здесь рядом вторая школа, спортивная школа, был у нас Олимпийского резерва, занимался гимнастикой я в свое время, и у меня в классе было из 25 человек, 20 человек другой национальности, не карачаевцы. То есть для меня не существует русский, черкес, там, кабардинец, нагайц. Для меня это были мои одноклассники, мои друзья. Я даже перейду в сторону, у нас вот район назывался Брод. Брод назывался район, но это как по-молодежному, да? Это Октябрьская, Магазинная улица. У нас не было понятия «карачаец русский». Мы приходили на мероприятие, у нас был район. Мы были за район. То есть вот это интернационал в Черкесске, он, ну, как бы, вот это у меня, скажем так, осталось до сих пор, вот эта закалка. И, соответственно, я прививаю к своим детям уважение к другим национальностям. И мы в домашних условиях, также вот в этом году есть огромное желание, в принципе, уже все готово, открыть кабинет карачаево-балкарского языка в Петербурге, чтобы мы по желанию обучали и маленьких, и взрослых, и этики поведения. А так я с семьей уже более, наверное, 3 лет занимаемся уже, у нас книга «Юзденадет», мы проходим ее на карачаевском языке. Многие вещи я сам там не понимаю. Старокарачаевские, балкарские слова спрашиваю у пожилых людей. А так мы с детьми проводим, скажем так, вот эти курсы карачаевского языка. Сейчас Джагафар Афенди книгу читаем Хачирова, это бывшего кадия Карачая. Его книги читаем. И, соответственно, и религиозную литературу, ну, скажем так, традиционного так называемого ислама, да, по нашему мазхабу Абу Ханифы. Вот, и пытаемся соответствовать, скажем так, и духовному направлению, и направлению жизни обыденной, скажем так, чтобы что-то из них не страдало. Да, вот. Спасибо большое, Мурат, что нашли время и ответили на наши вопросы. Очень были рады вас видеть в Черкесске. И до новых встреч. Вам тоже огромное спасибо. Будут какие-то мероприятия, мы обязательно вас пригласим. Следующий год, я надеюсь, мы увидимся в Карчурте. У нас будет сбор Тукума Хачировых, большой сбор, обязательно пригласим. А в Петербург тоже будет какое-то значимое мероприятие, обязательно дадим знать. Обязательно приезжайте в гости, ждем вас. В картинной галерее в Черкесске открылась персональная выставка «Мелодия души». Автор работ Кулина Кубанова, член Союза художников Карачаево-Черкесии. Чем вдохновляются художники, в каком стиле написаны картины, узнавала Дарья Тендит. Более 40 живописных работ от пейзажа до сюжетных композиций в различных жанрах и направлениях Кулины Кубановой представлены на выставке. В основном художница работает в стиле импрессионизма с элементами экспрессионизма. Кулина Кубанова поделилась, что вдохновляется она окружающим миром, выставками и своими детьми. Определенного стиля, я не могу сказать, что у меня есть определенный стиль. У меня есть и реализм в моих работах, и абстракция, и сюрреализм есть, и импрессионизм с элементами экспрессионизма. Родилась Кулина Кубанова в Черкесске. Еще со школы Кулина хорошо рисовала и выбрала профессию художника. Успешно окончив художественно-графический факультет Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, будучи студенткой, она участвовала в республиканских, региональных, всероссийских и международных выставках. Название «Мелодия души» было выбрано не случайно. Это выставка отображения окружающего мира через яркие краски. Долгое время я как-то не решалась, если честно, на персональную выставку, но спустя некоторое время я решила просто показать народу, не знаю, свои работы, рассказать о себе, дать знать. Ведь если художник о себе не говорит, о нем и не знает народ.
Картины притягивают своеобразием ярких красок и энергичных пастозных мазков. Пройти мимо, не рассмотрев детально каждую, очень сложно. Гости из Швейцарии приехали в нашу республику на каникулы. Они посетили выставку и поделились впечатлениями. Das gefällt mir wirklich sehr gut da. Und ich finde, ich mag gerne noch ein bisschen grelle Farben und darum gefällt mir eigentlich. Das finde ich nicht schlecht. Das gefällt mir. Ihm очень нравятся краски и вот. Und das gefällt mir sehr gut. Картины прямо с левой стороны ему больше понравились, что такое. Желающие окунуться в мир импрессионизма с элементами экспрессионизма могут посетить выставку до 18 августа. Дарья Тындит, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.